Зимой наш стол беден витаминами. Заготовки наши приходят к концу, и мы вспоминаем о сочных яблоках, об апельсинах, лимонах и совершенно забываем о таких овощах, как свекла, морковь, брюква, репа, редька, турнепс. И вот при всем многообразии этих овощей мы пользуемся только квашеной капустой, солеными помидорами или солеными огурцами. А ведь свекла имеет очень чудесные свойства. Она на протяжении длительного хранения не теряет витамины. Не теряет витамины даже при варке и тушении. В своих румяных бочках она сохраняет все питательные вещества, которые накопила в летние солнечные дни. Что же можно приготовить из свеклы, кроме традиционных борщей и винегретов? На основе вареной свеклы, маринованной и печеной можно приготовить разнообразные блюда. Но варить свеклу приходится очень долго. При варке она меняет свой цвет, но это можно тоже исправить, если вареную свеклу поместить в подкисленную воду. Подкислить воду – это значит добавить в стакан воды столовую ложку уксуса или сок одного лимона или разбавленную лимонную кислоту. Варку можно сделать и побыстрее. Если мы положим свеклу не в холодную воду, а в кипяток, в кипящую воду. Если кастрюля будет плотно закрыта, воду солить не следует. Чтобы свекла была сочной, не нужно обрезать хвостик и не нужно обрезать головку. Свеклу чистить также не следует. После получасового кипения свеклу нужно быстро остудить под струей холодной воды. Делая такой перепад, мы сокращаем время варки, а затем доваривать свеклу опять в кипящей воде до полуготовности. Когда свекла готова, мы ее чистим. Самой лучшей считается такая, которая имеет мало белесых колец. Такая свекла очень нежная и неволокнистая. Свеклу мы режем. Помещаем в кастрюлю. Затем готовим маринад. На стакан кипяченой воды берется треть стакана 9% уксуса. Сюда же добавляется ложка сахара. Тщательно размешивается и заливается ваша свекла. Сюда же добавляют один лавровый листочек, 2-3 душистых перца и одну гвоздичку. Все в посуде тщательно перемешивается и выдерживается одну неделю.
Маринад готов. На основе маринованной свеклы можно сделать разнообразные салаты. Если мы будем заправлять свекольный салат подсолнечным маслом или майонезом, то в салат со свеклой можно добавить чеснок, грибы. Можно добавить чеснок, раздробленный орех и сливу. Но сливу предварительно нужно залить горячей водой, чтобы она была мягкая. Из мягкой сливы можно очень легко удалить косточку. Если же вы будете заправлять сметаной, это будет уже сладкие салаты, то к свекле можно прибавить орех, изюм, ту же сливу, курагу, печеное яблоко или свежее яблоко. Это будет у вас уже сладкий салат. Из свеклы можно приготовить икру. Для этого берется свекла или свежая, или вареная. Ну, здесь вот у меня вареная свекла. Я ее тру на крупной терке. Затем кладу в сковородку. Здесь у меня уже нарезан лук. Затем добавляется растительное масло. И все это жарится на медленном огне. Через 10-15 минут, когда лук у вас приобретет золотистый цвет, вы добавляете томат. Ложка томата кладется в стакан, размешивается с водой, а затем добавляется в сковородку. Все это томится на медленном огне до готовности. Когда у вас икра готова, вы ее выкладываете в блюдо. И уже на столе добавляете тертый чеснок и добавляете зелень. Это очень вкусное и полезное блюдо. Не менее вкусные блюда получаются и из моркови. Технология приготовления их точно такая же, как и из свеклы. Можно приготовить и икру, можно приготовить салат с морковью, с курагой, с яблоком, со сливой. Так что положить в салат можно все, что у вас имеется под рукой. Но к сладкому столу можно приготовить к чаю варенье и цукаты из моркови. Для этого нужно взять морковочку, у которой очень маленькая сердцевина. Вот видите, здесь очень большая сердцевина. Значит, эта морковка будет менее нежная. А вот та, которая не имеет сердцевинки, это нежная, сочная и очень вкусная морковка. Берут такую морковь, делают продольные вырезы и затем нарезают звездочки. Вот такие. Морковочку можно нарезать и столбиком, и кружочками. Морковь помещают в дуршлаг. Затем заливают кипятком.
и держит на огне минут 5. Затем дают стечь морковке. Эту воду не выливают, а здесь растворяют сахар. На 1 килограмм подготовленной морковки нужно взять 800 граммов сахара, немного по вкусу лимона, и на любителя можно добавить ванильный сахар. Когда мы растворяем сахар в этой воде, кипятком заливаем нашу пробланшированную морковку и выдерживаем 12 часов. После этого сливаем сироп, кипятим его и вновь заливаем морковку. Опять выдерживаем 12 часов. После этого ставим на морковку вместе с сиропом на медленный огонь и увариваем до готовности. А как же мы определим, готова ли наша морковка или нет? А вот посмотрите, готовая морковочка, она как бы прозрачная, наливная, как наливное яблочко. И сироп приобретает золотистый цвет и тягучим становится. Когда варка заканчивается, вы добавляете сок лимона по вкусу и добавляете ванилин. И в заключение я хочу сказать, если блюда красиво приготовлены, если они кушаются с аппетитом, то само приготовление этих блюд – праздник для хозяйки.